разгрустить реальные почти мультличности. Александр Григорьевич, голубчик, здравствуй. Александр Григорьевич. Александр Григорьевич вышел. А надолго? Не дождетесь, ждите. А, нет, нет, хорошо, хорошо. Нет, нет, так нельзя. Это ж не мое. Нет, а с другой стороны, я же ничего плохого не делаю. Просто посмотрю. Просто потрогаю. А даже если и сяду, а что? Те же усы, та же лысина, та же харизма. Подмены никто и не заметит. Нет, нельзя. Этот трон не мой. Похож на мой, но не мой. А если на секундочку? Ну, чисто из интереса. Вот просто удобно сидеть на нем или нет? Наверное, неудобно, жестко, некомфортно. Да нет, я просто... Сергеич, Александр, какой вы молодец, я бы сам и не догадался. А ну, слазь, теперь я сам. О, вот это и есть теперь наша новая внешнеполитическая позиция. Удобно и без всякого геморроя.